Юрию Лужкову могут присвоить звание почетного гражданина Севастополя. С такой инициативой к правительству города обратился депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Белик. По мнению парламентария, экс-мэр Москвы придерживался позиции, что Севастополь никогда не передавался Украине и вкладывал силы и средства в развитие города-героя. Именно благодаря Юрию Михайловичу и таким политикам мы знали, что русская весна все равно в Севастополе настанет, что Севастополь рано или поздно вернется в состав Российской Федерации. И именно поэтому я обратился к временно исполняющей обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, к нему как руководителю исполнительной власти, к нему как к секретарю Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», обратился к фракции «Единая Россия» в законодательном собрании с тем, чтобы изменить региональное законодательство и позволить присвоить звание почетный гражданин города Юрию Михайловичу Лужкову. По словам Дмитрия Белика, присвоение звания почетного гражданина экс-мэру Москвы станет данью уважения, которую политику отдадут севастопольцы. Однако пока этому мешает региональный закон. Согласно документу, звание почетный гражданин нельзя присваивать посмертно. Корректировки в закон, по словам Дмитрия Белика, может инициировать фракция «Единая Россия». Я полагаю, что внести нужно небольшие корректировки, ну, примерно такого плана, что в исключительных случаях по решению законодательного собрания звание почетного гражданина может присваиваться посмертно. Вот я считаю, исключительный случай как раз этот и есть. Это таких людей немного, которые столько сделали вот в период до 2014 года для Севастополя, которые были последовательны, которые сделали очень много для построили домов, школ, дом Москвы, крейсер «Москва», и это можно перечислять очень долго. Напомним, 13 февраля президент России Владимир Путин распорядился увековечить память Юрия Лужкова, установить мемориальную доску на доме, где жил бывший градоначальник. 20 февраля инициативная группа севастопольцев предложила присвоить имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова новому парку на западном берегу Стрелецкой бухты.